К другим темам. В Оренбурге под суд отправились сразу две банды автоподставщиков. Мошенники работали по схожим схемам, они инсценировали ДТП, после чего составляли липовые документы для возмещения якобы причиненного ущерба страховыми компаниями. Как правило, в подстроенные аварии попадали дорогие иномарки, в том числе премиум-класса – BMW и Range Rover. В одной из преступных групп состоял подкупленный аварийный комиссар. Он и занимался юридическим сопровождением преступных схем. Его роль заключалась как раз в документальном оформлении, составлении фиктивных документов о наступлении страхового случая, последующее предоставление этих документов в страховую компанию, как бы доказывание того, что якобы этот случай имел место быть в действительности. Более 9 миллионов причиненного ущерба было, значит, совершенно причинено участниками этой организованной группы. Таким образом, за решетку отправили 16 человек. Часть из них уже осуждены, остальные еще ожидают приговора. Имущество всех фигурантов арестовано.